Все, есть за что бороться. Вперед! Первая и самая главная вещь, что игра состоит из двух половин. Еще 20 минут игры. Забыли про счет. Начинаем с нуля. 0-0. Женщина непредсказуемая, женская... Поведение и психология непредсказуемы, и женский баскетбол не исключение. Никто, наверное, не ожидал, что такое случится с Грецией в первой половине матча и команде, которая еще не квалифицировалась и которой нужно играть, нужно выигрывать или нужно удержать разницу в счете. И во втором тайме все, ситуация перевернулась для команды, которая уже квалифицировалась и которая посчитала, видимо, что такого преимущества достаточно для того, чтобы одержать победу в этом матче, и потеряли концентрацию. Греция – сильный соперник, они любят жесткий баскетбол, играют в контактную игру, цепляются, но сегодня мы сильнее. Мы преобладаем в росте, и за счет этого мы выиграли. Матч закончился в нашу пользу. 6-0 в серии за год. И мы квалифицировались, считаю, поставленную задачу перед нашей сборной выполненной. Есть вопросы по качеству игры. Постараемся учесть опыт и постараемся учесть наши недостатки и ошибки в подготовке к Евробаскету. Там будет больше времени, чем одна неделя, как здесь в квалификационных матчах. Постараемся играть лучше и радовать своих болельщиков в дальнейшем.